Доброе утро, мои дорогие. Я дома. Вот хочу вам показать, что у меня на участке творится. Зима. Девчонки, представляете? Цвели розы. Безобразие. Вот, зато хочу вам показать, подснежники цветут. Вот они, мои маленькие. Вот они повылезали тут. Вот, уже вот тюльпаны повылезали, нарциссы. Видите? Ну, конечно, на участке голо. Голо страшно. Но вот они. Сейчас снег не растаял. Они вон уже все повылезали. И мои хорошие. Вот вчера я приехала. Что еще? Вот, вот, лезут. Вот эти мои. Красота моя вся стоит, конечно, пустая, страшная. Ну вот, лезут. Девочки, весна скоро. Ветер очень холодный только. Ой. Но скоро все подрастет и зацветет. У меня же насажено так, что они... Одни отцветают, другие. Вот как осталось с того года. Вот это все засохшее надо поотрезать. Вот, что хочу сказать. Вот этот мальчик как-то еще нормальный, а девушка вот краска облезла, лаком не покрыла. Ну, теперь надо переделывать. Что еще за зиму случилось? Маяк уже сколько лет стоит. Стул тоже лаком не покрыла. Страшный стол. Надо переделывать. Ой. Камни у меня отваливаются с забора. Видите, отсюда отвалились. Вот эти кашпо нормально все. Да, вот то, что стена отваливается, это, конечно, не весело. Нужен цемент. Понятно, все грязное, страшное. Будем сейчас заниматься этим делом. Вот. Копочка обиделся на меня. Вообще даже не смотрит в мою сторону. Черный мой золотой. Ты пришел, мой хороший. Ты мой золотой. Черныш, ты мой золотой. Ты мой мальчик. Мой хороший. Ну вот, разруха. Видите, обвалилось все. Только увидела сейчас. Ой, прям целые стенки отвалились. Ой-ой-ой-ой-ой. Кактусы полегли. Ну, им земли мало. Тут совсем земли мало. Вот оно, что тут. Вот. Мне кажется, из-за этого они полегли. А так встанут.
Ой, это как цветок. Даже камушка не видно. Он в камушке, в дырочке был посажен. Черный вот нормально. Да, мой хороший. Ты мой золотой. Ты моя собака смешная. С карими глазами. А Коба, да, обиделся. Обиделся, да. Скажет, бросила, уехала, да? Да, мой золотой. Вот это у меня лаванда. В общем, конечно, страшновато все это выглядит. Сейчас, ну ничего. Ничего. Скоро пригреет. Вот они уже зацвели. Ой, смотрите, мои золотые. Вот они зацвели первые. Вот подснежники и вот эти вот цветочки. Ой. Вот без очков хожу, не вижу. Очки одеваю, сразу все видно. Вот. Ты гулять? Пойдем, я тебя выпущу. Пойдем. Гулять. Гулять. Вот они, видите, розочки цвели. А тут морозы, снег. Вот они какие стали. Вот. Ну, так. Очень, очень прилично. Сильно, как листья убирала перед отъездом. И, в общем-то, нормально. В доме, конечно, погром. Просто погром. Что уезжали, я же не жила в своем доме-то. Я у Алинки жила и все сваливала в кучу, что не надо. Ой, в общем, короче, не знаю даже, как браться за это дело. Вот. Ну, надо разбираться, что делать. Да, вот эту вот дверь оторвала ветром еще перед нашим отъездом. Стекло разбилось, все тут. Не пойми что. Дрова, которые остались. Черный лайт показывает, что он тут охраняет. Ну вот, мои хорошие. Вот так все это выглядит зимой. Надо звонить Вите. Газа у меня нет. Чтоб приехал. Газ мне поменял баллон. Как я без газа-то жить буду? Ну вот. Это подвал. Это подвал. Это Алинкин стол рабочий. Она тут керамикой занималась. Белье стирается. Вот у меня. Проржавел маленько. Вот нагреватель тут висит. Всякая ерунда. Вот эту шторочку надо постирать. Вот хорошая машинка. Вот, видите, Электролюкс. Она отработала всего год. И у нас тут подвал затопило, и электроника полетела. Вот кому-то, может, надо забрать ее. Нет? А что она у меня? Два холодильника. Мой тоже что-то с моим холодильником случилось. Он морозилка работает, а верхняя часть не работает. А я, понимаете, сами даже его вынести не могу из дома. Тяжести эту. Вот не знаю, что-то надо. Я бы с удовольствием отдала бы два холодильника. Может, кому на металл. Не знаю. Черноморцы. Может, кому надо. Тут вот все. Как поставили, так все тут.
Короче говоря, дома я. Вспомнила, увидела, обычно ее не видно в траве тут, в зелени. Вот эта штука, это я несла в подвал хрусталь, и у меня ручка оторвалась из сумки, и все разбилось. И я вот взяла цемент вот по половинке в цемент ее, эта крышечка, вот. Но она у меня из вот этого металлического поддона, ну, не захотела вылезать. Так я ее и оставила. Так что вот, не выбрасывайте битые. Хрусталь битый всякое. Стекло, может, какое-то красивое. Я вот сделаю. Может, сегодня, не знаю, посмотрю. Тоже мне надо сделать одну штучку. Из, как сказать-то. Ну, вот, ну вот не могу найти слов, да? Вот что вот это. Из остатков разной посуды. Вот. Хочу вот сделать.